Всем большой привет! Спасибо, что вы снова смотрите мой канал. Я собирала косметичку свою в дорогу. Еду в Москву на целых 3 дня по рабочей командировке. И решила показать ее вам. Думаю, а почему же не показать? Видела, что есть такие видео, косметичка, всякая такая ерунда, дребедень. Как собирается в дорогу, думаю, может быть, кому-то будет интересно то, что собираю я. И сниму-ка я такое видео, еще ни разу не пробовала его снимать. Может быть, это будет интересно и увлекательно. Скажу сразу, что я собираюсь совсем по минимуму, стараюсь всего очень мало с собой взять, но все-таки на всякий случай, ну, конечно, любой женщине нужно что-то с собой иметь из всего-всего-всего, что-то хотя бы совсем понемножку, по чуть-чуть. Первая у меня есть такая косметичка замечательная, она из H&M, да, видите, по наклеечкам. В ней было 7 трусиков, набор трусишек женских или детских. Вот, и сейчас я вам покажу, что я тут с собой насобирала, не знаю даже с чего и начать, у меня тут достаточно много всего насобиралось, хотя вот и старалась по минимуму. И больше, наверное, из косметики ничего не буду брать. Ну, давайте собирать все снова вместе. Первое, это у меня такой вот шариковый дезодорант Garnier Mineral. Ну, наверное, видели. Не могу сказать. Активный контроль 48 часов. Антиперспирант, защита в экстремальных условиях. Не могу сказать, что он мне супер понравился. Я его купила из-за того, что такая прикольная форма яйца у него. И подумала, что может быть вот ничего. Но так. Я вообще дезодорантом стараюсь не очень часто пользоваться. Лучше я, ну, как бы, да, душ с утра вечером, и можно без дезодоранта обойтись. Ну, это у меня такая вот расчесочка. Расчесочка с зеркалом. Еще зачем-то одно зеркальце с собой на всякий случай. Посмотреть, собой придется. Крем для рук. Беру вот эту миниатюрку Кадали, которая тоже была в коробочке Glam Box. Также для лица я беру крем вот этот вот Нюкс от первых морщин. Он тоже был в коробочке Glam Box. Вообще так удобно, эти маленькие штучки. По 15 они обе, что ли? По 15 миллилитров. Взяла и замечательно. Почему нет зубной пасты пробников? Мне пришлось взять. Нет ее, к сожалению, показать. Я взяла коробочку такую круглую из-под крема и фреше. И туда она выдавливала пуговичками зубную пасту, чтобы не тащить с собой большую такую упаковку зубной пасты. Я выдавливала туда просто, и зубной щеткой буду просто брать каждый день и наносить на зубы. Но использовать по ее прямому применению. По прямому назначению использовать. В общем, как жаль, что нет у меня пробников зубной пасты. Иначе бы я вот что-то взяла бы какой-то пробник с собой. Еще я с собой беру пилку для ногтей, рисфедер и маленькие маникюрные ножницы. Вдруг мне это все пригодится. Тональный BB-крем L'Oréal. Тут у меня его совсем немного уже осталось. Но как раз мне столько, сколько надо. Блеск для губ от Avon такой вот. Тоже чуть-чуть тут осталось. Мне на 3 дня так точно хватит. Это у меня помада тоже Avon такая. Натурального достаточно оттеночка. Наверное, вам ничего не видно. Я очень быстро ее сдвинула. Вот такая вот. Я ее тоже с собой беру. Тушь для ресниц. Кстати, тоже миниатюрка The Real Benefit из коробочки Glam Box. Туалетная вода Hugo Boss Jour, наверное, так читается, что-то у меня все Hugo Boss один вокруг из туалетных вод. И вот такую беру с собой еще термальную воду. Термальная, да, по-моему, это называется термальная вода. А вон тоже миниатюрка, 15 или сколько здесь? 25 миллилитров для снятия макияжа. Ну и, конечно же, косметические диски к ней. Ну и резинку для волос на всякий случай. Вот такая вот у меня косметичка с собой в дорогу. Думаю, что мне этого будет достаточно на 3 дня как раз, чтобы и что-то подкрасить, и что-то смыть, и нормально выглядеть. Вот это все на сегодня. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.